День борьбы против рака отмечают во всем мире 4 февраля. Эту дату провозгласил Международный союз по борьбе с онкологическими заболеваниями. Основная задача Дня борьбы против рака – привлечь внимание общественности к проблеме и повысить осведомленность населения об онкологических заболеваниях. На территории Саратовской области стоит на учете 64 тысячи больных с диагнозом рак. Ежегодно выявляют более 10 тысяч новых случаев. В течение этой недели в медицинских учреждениях региона организованы дни открытых дверей. В поликлиниках, онкодиспансерах все желающие смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами.